Мастера айкидо говорят, сколько людей, столько и айкидо. На данный момент в мире насчитывается более 30 самостоятельных направлений. В прошедшие выходные подольские любители единоборств смогли познакомиться с одной из его разновидностей – айкидо-самбо. Мастер-класс дал сам основатель стиля. На открытии семинара побывала наша съемочная группа. В Подольской школе боевых искусств «Дом укрепления духа» сегодня непростое занятие. Показательный урок ученикам школы дал коренной носитель восточной культуры сенсей Кендзи Накадзава. Впервые в истории Подмосковья к нам приехал мастер из Японии Кендзи Накадзава, который имеет второй дан дзюдо, второй дан сёрензи кэмпо, пятый дан йошинкан айкидо. Он ученик Виктора Кога, многократного чемпиона мира по самбо, а также многократный победитель соревнований среди полиции Японии. Название айкидо состоит из трех иероглифов – гармония, энергия духа и путь. Самбо, то есть самооборона без оружия – это философия открытости ко всему лучшему из всех видов единоборств. В дополнение к физическим техникам, боевое искусство учит тренировать сознание и развивать дух. Занимаясь профессионально несколькими видами борьбы, сенсей смог объединить множество элементов из разных боевых искусств. Так родился его собственный стиль – айки-самбо – искусство защиты собственной жизни и здоровья. Именно с этой программы он приехал в Подольск. Это комбинация между традиционного японского айкидо, ударной техники сёрензи кэмпо и броски и удержания из русского самбо. Я приготовил приблизительно 40 техник для этого семинара для изучения за 3 дня. Надеюсь, что все получат удовольствие от этого семинара. Сенсей Кендзи Накадзава несколько раз давал мастер-классы в Санкт-Петербурге и Москве. Русские борцы, по его мнению, отличаются от американских, японских и европейских. Русские люди из боевых искусств более серьезны, они более концентрированы на тренировке. Гость также оценил объединение русской и японской кухонь, особенно интерпретацию традиционного суши. Мы сходили в хороший ресторан. Очень-очень понравились суши. Несмотря на то, что впервые Накадзава попробовал суши с курицей. Принять участие в семинаре смогли все желающие, даже те, кто никогда не занимался боевыми искусствами. Но первую тренировку мастер провел у детей, учеников Подольской школы айкидо и джиу-джитсу. Ребята изучали особую динамику айки-самбо, техники вращения, воздействие на точку равновесия противника. 2 часа занятия пролетели как 10 минут. И столько еще интересного и неизученного осталось за пределами семинара. Поэтому для многих зрителей и участников мастер-класс послужил отправной точкой для последующих занятий. Во вторник, 30